впервые в серии FIFA РФПЛ появилась 8 лет назад. С тех пор многое изменилось как в игре, так и в самом российском футболе. В предыдущей части FIFA самым рейтинговым игроком чемпионата России был Дани, уехавший в чешскую Славию. Кто же стал самым крутым игроком из РФПЛ в FIFA 18? Предлагаем вашему вниманию двадцатку лучших игроков российского первенства. 20 место. Кристиан Нобоа. 19 место. Понтус Вернблум. 18 место. Василий Березуцкий. 17 место. Игорь Денисов. 16 место. Александр Самедов. 15 место. Станислав Крицюк. 14 место. Игорь Акинфеев. 13 место. Андреас Гранквист. 12 место. Виталий Денисов. 11 место. Сердар Таски. 10 место. Игорь Смольников. 9 место. Алан Загоев. 8 место. Доминико Кришито. 7 место. Олег Шатов. 6 место. Федор Смолов. 5 место. Мануэль Фернандеш. 4 место. Марио Фернандес. 3 место. Ведран Чорлука. 2 место. Бронислав Иванович. 18 стал Квинси Промес.